Спасатели Республиканской службы спасения готовы к весеннему половодью. На базе спасателей состоялся смотр готовности сил и средств к безопасному пропуску паводковых вод. В нем принял участие весь личный состав Управления поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях службы спасения Якутии. Подготовительная работа продлилась с начала месяца. Сегодня руководство ведомства тщательно проверило готовность групп, технику и личное снаряжение каждого спасателя. Для работы в период паводка сформированы оперативные и десантные группы для обеспечения безопасности на всех крупных реках и угрожаемых территориях. На всех больших реках нашей республики, начиная с Лены в Ленске, по Алдану, Амге, на Колыме будет две группы, также дополнительно будут охватываться и Алазеи, так как очень большие запасы снега. Там и ожидается большая вода. И также группа будет работать в районе Яны.